И у тех, кто ждет зимних праздников еще с осени, и у тех, кого они каждый раз застают врасплох, Новый год ассоциируется с запахом мандаринов, с исполнением желаний и, конечно, с новогодней красавицей елкой. Именно поэтому мы приехали сегодня на торжественное открытие главной елки Московского района нашего города. И вместе с нами в этот вечер на площадке перед зданием администрации Московского района собралось порядка 200 брещан. Малыши и взрослые с радостью встречали участников шоу программы, сказочных персонажей и артистов с их зажигательными песнями и танцами. Для того, чтобы каждый из брещан и гостей города мог почувствовать новогоднее настроение, в администрации Московского района прикладывают все усилия. 8 лесных красавиц и сотни тысяч огней уже украсили его улицы и парки. И, конечно, открытие главной елки района не мог пропустить глава администрации Андрей Филонович. Ваши аплодисменты, друзья! Добрый вечер! Дорогие друзья, совсем скоро 2021 год станет историей. Но в жизни каждого из нас он оставит свой след. Я хотел бы всех здесь присутствующих, жителей Московского района, гостей района, поздравить с наступающим 2022 годом и Рождеством Христовым. Я уверен, что следующий год он станет городом мира и согласия, благополучия и дружелюбия. Ну и самое главное, годом счастья. Сюрпризом вечера стало появление на сцене финалистки шоу «Ты супер» на телеканале НТВ брестской школьницы Кристины Васюшко. Своим примером девушка доказала, что мечтать не вредно. Ведь все задуманное на Новый год может стать реальностью для каждого. Мало осталось до Нового года. Я хочу сказать всем брещанам, чтобы они мечтали, загадывали желания, и чтобы у них все было хорошо, и все желания сбылись. Ну а свое новогоднее желание каждый смог загадать после знакомых с детства слов. Раз, два, три, девочка, гори! Я обожаю Новый год, это с детства мой любимый праздник, я сама радуюсь, как ребенок, дети вообще в восторге. Елка бесподобна. Хотелось бы оставить в прошлом году все горечи и печали, которые были. А в новом году ждем радости, счастья. Новый год – это чудеса, красота все. Вот и сыночка, мы хотим посмотреть на эти чудеса. Дед Мороз придет, подарочки принесет. Здоровечка всем пожелает. С этого вечера начался обратный отчет. До нового 2022 года осталось 18 дней. А значит, еще есть время хорошо подготовиться к празднику, купить подарки близким и решить, что самое лучшее, светлое и радостное можно взять с собой в год приходящий. Мы желаем счастья, здоровья, улыбок, исполнения всех самых заветных желаний. Да, дедушка? Да, внученька. А для счастья много не надо. Было бы прекрасное настроение, здоровье, и чтобы матушка зима не подкачала. Хочется снежка, правда? Правда. С наступающим Новым годом! Людмила Лагодич, Эдуард Бакунович, Юрий Лемонтович, телекомпания БУК-ТВ.